Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristics. Сейчас мы находимся в Греции, в поселке Неокаликратия, поселок для спокойного отдыха. Инспектируем отели. Сейчас у нас будет отель Алкионис. Он стоит 1200 с вылетом из Минска на 11 ночей на завтраках. Находится он уже выше, не в центре и не на берегу моря. Мы немножко поднялись вверх. Море у нас, смотрите, вот там вот. Видите, дорога здесь есть, но она не оживленная, машины по ней не ездят. Городского плана отель. Зона отдыха возле ресепшена. Для кого данный регион Неокаликратия, он больше предназначен для спокойного отдыха. Здесь есть, конечно, бары, таверны, рядышком находятся Салоники, рядышком находится еще один регион, куда можно съездить на дискотеки. Но молодежи придется добираться, поэтому я бы рекомендовал сюда ехать спокойно, семейный отдых. Номер 304, стандарт, дабл, покрытие плитка, плазменный телевизор, две кровати отдельные, санузел. Здесь уже санузел более такой культурный, есть стеклянная такая перегородочка, большая душевая лейка, плитка свежая, конечно же фен. Ну, фены, как обычно, здесь простенькие, поэтому лучше берите свои. Кондиционер индивидуальный. И балкон здесь, судя по всему, типа французского. Ну, знаете, они умудрились сюда воткнуть и столик, и стульчики, и вид на море, на дорогу, на соседние отели. Еще разок с этой стороны. Слушайте, вот интересно, сейф и все остальное. Ага, здесь дополнительное одеяло, шкафчик. Ага, вот у меня есть сейф. Платно, не платно, не знаю. Сейф платно, 1 евро в день. В отеле есть лифт, он ходит до 4 этажа, на 5 уже надо ножками подниматься один этаж. Это тип номера Superior, номер 505, покрытие плитка. Здесь обновленная мебель, ну, свеженький, красивенький номер, индивидуальный кондиционер, большая кровать, платный телевизор, холодильник, сейф платно 1 евро, санузел, фен, ну, здесь есть санузел попроще. Здесь уже шторка и душ. Балкон, шторка, балкон среднего размера. Вид на море прекрасный открывается, и на город. Бар платно, видите, что почем. Здесь еще, оказывается, есть бассейн небольшой. О, пошел дождик, вот смотрите, он вот здесь вот во внутреннем дворике, несколько шезлонгов и бассейн. Ну, прикольно. Хотите попасть в этот отель? Вы можете воспользоваться услугами нашей компании Viking Touristic, забронировать данный отдых. Это вы можете сделать или самостоятельно на сайте viking.by. Там есть удобная онлайн-система поиска и онлайн-бронирования. Или обратиться к нашим менеджерам в разделе «Контакты». Если вам понравился данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Лосинок Евгений.